А можно не слышно, да? Надо почаще выбираться из города. Посмотри на эти горы. Видел когда-нибудь столько зелени? Отличное место, чтобы спрятать плантацию марихуаны. Национальный парк Секвойя. И что же УБН нам про то не рассказала? Чтобы славу не делить? Нет, чтобы вы не напортачили. А ваш шеф не взбесится, когда мы спалим его дело? Нам никто слова не скажет, если мы все здесь спалим. Да, виноваты будут оранья. Мы на это рассчитываем. Короче, надо поджечь поля конопли и оставить улики против оранья. Ты реально веришь, что они пойдут в... Так нас слышно? Надо почаще выбираться из города. Посмотри на эти горы. Видел когда-нибудь столько зелени? Отличное место, чтобы спрятать плантацию марихуаны. Национальный парк Секвойя. И что же УБН нам про то не рассказала? Чтобы славу не делить? Нет, что... Кого убили? Надо проехать. Надо почаще выбираться из города. Посмотри на эти горы. Видел когда-нибудь столько зелени? Отличное место, чтобы спрятать плантацию марихуаны. Национальный парк Секвойя. И что же УБН нам про то не рассказала? Чтобы славу не делить? Нет, чтобы вы... Больше навыков. Что, правда? Надо почаще выбираться из города. Посмотри на эти горы. Видел когда-нибудь столько зелени? Отличное место, чтобы спрятать плантацию марихуаны. Национальный парк Секвойя. И что же УБН нам про то не рассказала? Чтобы славу не делить? Нет, чтобы вы не напортачили. А ваш шеф не взбесится, когда мы спалим его дело? Нам никто слова не скажет, если мы все здесь спалим. Да, виноваты будут оранья. Мы на это рассчитываем. Короче, надо поджечь поля конопли и оставить улики против оранья. Ты реально веришь, что они пойдут войной на оранью? Если бы кто-то спалил тебе добра на пару лимонов, ты не захотела бы повидаться? Они купятся. Хорошо, что вы решили. Все, да. Хорошо, хорошо. Да. Все, давай. Она же слышно? Это не так слышно. У вас слышно по телефону. Да? Ну все, все, мы почти доехали. Это надо добавить. А что надо добавить? Мне это слово надо. Вот сюда, направо. Ты точно знаешь дорогу? Слушай, я видел фото со спутника. Это дорога к первому полю. Похоже, мы почти на месте. А это не надо добавить? Не надо, я сказал тебе. Вот они. Так что информаторы не подвели. У нас получится обойтись без стрельбы. Эй! Кто там? Впереди!
hijo de tu puta madre! Твою мать! Беги! Куда ты летаешь? Стреляйте! Какой спецружье? Так, ребята. Что с ними делать будем? Бросим. Никуда они не денутся. Далеко? До верха. Я думаю, мы увидим первое поле с холма. Предстоит небольшой подъем. Вы справитесь, детектив? Как бы тебе его тащить? Двинули, чудачок. Просто море травы, мать ее, посреди чертова заповедника. Твою мать! Я же говорил, полный улет. Да хрена травы! И как мы ее всю сожжем? Убейте ее! Мне нужна помощь! Что ты стоишь? Помоги же мне! Он выслал ей хелп, Алена побежала и... Ее убивать не надо? Нет. Ну побежите. Вот, отойдите, а то его подстрелили. Мне нужна помощь. Кого стрелять? Помоги, блин. Что ты стоишь? Помоги же мне. Эй, сделай одолжение. Помоги мне уже, мать твою. Что ты стоишь? Помоги же мне. Дерьмо. Чё расстреляли? Помогите! Впереди! Ложись! Кого он поднял? Да, поднял. Алёна, ты меня своим когтём поцарапала только что. Хелп, хелп, хелп! Вот они! Эти мерзавцы мне уже вот где! Эй, сделай одолжение. Напою стрелы мои кровищи, и меч мой насытится плотью живой и порубает на куски всяческих ублюдков. В общем, что-то в этом духе. Последний готов. Hijo de puta! Он играет в полную неделю 24 часа. Поджигаем навесы. И что, и куда? Трех это уже завалил. Ну или ты сам врезался в косяк. На голову, да? Смотри, вправо, влево, вперед, назад. Левая кнопка – это стрелять. Поняла? Да. Прыжок. Прыжок-то. Нету? Шесть.
шифт нажимаешь и бежишь. О, ты побежал. Обалдеть, классная дура. Гойра, не вздумай вдыхать эту дрянь. Да он уже надышался. Ладно, малюем картинки и сваливаем к черту. Алена, вот ходит без попада. Что он малюет? ММБ. Тут были оранья, суки. Скорее в машину, пока нас не засекли. А где второе поле? Недалеко отсюда. Спали мы его и все, что успеем. У них может быть вертолет. А что, милое дело? Да? Куда мы идем, черт возьми? К реке. Это совсем рядом. А там еще чуток пройти по лесу. Что такое? Я не могу сейчас говорить. Вали! Можешь уже задать вопрос? А что ты сейчас хочешь делать? Да. Скажу позже. Ну, то, что я правильно поняла. Когда он еще перестает на тебя забыл, и сердце. И что-то получил. Что ты сейчас? Ты ошибки сделал, которые сейчас надо исправлять? Ну, в принципе, да, я не понимаю. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Это да, я знаю. Но я нахожусь не на тебя, я здесь один. Я вот так не знаю, что я нахожусь на карте. И еще чуть-чуть, я нахожусь на карте. Помоги мне уже, мать твою! Что ты стоишь? Помоги же мне! Помоги мне уже, мать твою! Кажется, в этом году медведи пораньше проснутся. Ладно, пора валить отсюда, пока они не раздуплились. Живо! В машину! Живо! В машину! Патроны я могу забирать? А какие они дальше там? Скорей! Машину! Я пошли! А какие его найти? Давай же! В машину! Давай же, в машину! Я не понимаю, где ты делаешь? А, в машину! О, мне надо. Я еще жду. Этих уродов нам врасплох не застать. Думаю, что они слышали стрельбу. Ну, если они не глухие. Слышишь? Кажется, они в курсе, что мы здесь. Может, лучше в лес? Действуем по плану. Вот они! Это точно они? Точно. А кто еще может так гнать? Из-за того, что ты уже звонишь, ты делаешь свою работу, иди мы только дошли. Мозги, голова, жопа, не останавливайся. И ты сейчас должен понимать, что ты сейчас должен понимать, что в свободное время, даже в тот момент, когда Дима тебе нашел это время.
Мочи их! Мать вашу! Они по мне стреляют! Где холодно? Впереди! Враги, суки, в открытие! Эй, что ты делаешь? Назад! Все, дальше на машине не получится. Придется идти пешком до реки. Ты слышишь, нет? Они нас ищут. Сива, Сива! Быстро под мост! Нет, более крутой программы. Они сдать его. Ему команду. А то, что ты делаешь, это говноходик. Ну, пойди и найди себе говнокода, который это будет делать. Что-нибудь видишь? Они торгуют на войну. А ты здесь что будет торгуют на войну? Обалдеть. Так, потому что ты сегодня на площади время. So welcome to the show. Уэрон, прикрой! Эван, сюда! Выходи! Вера, прикрой! Понимаешь, он все время просит этот раз, а потом тебе рассказывает, как тебе делать. Вот это меня бесит. Полетай, если не рассказывай, как тебе жить, и как тебе тратить свои 25 тысяч. Ты лох-лохом, ты как бомб. Ты выглядишь как бомб. И говоришь как бомб. Смотрите, суки, вам конец. Знаешь, когда ты придешь, я что-то не вижу, я не вижу, что она с ним слышит. Потому что... Не должна быть какая-то общая, а не просто так. Что ты стоишь? Помоги же мне! Эй, сделай одолжение! Что ты стоишь? Помоги же мне! Эй, сделай одолжение!
что ты стоишь? Помоги же мне! Помоги мне уже, мать твою! Что ты стоишь? Помоги же мне! Мне нужна помощь! Эй, сделай одолжение! Мне нужна помощь. Вот черт! Вот они! И вот конь бледный, и на нем всадник, имя которому — смерть. Твоя смерть от пули в башку. Потому что его только специально записали, потому что они... Да, не хватает, да это же есть. И не красиво, не так не знаю, что они были. Телефон поставили, как... Мне нужна помощь. Эй, сделай одолжение. Что ты стоишь? Помоги же мне. Помоги мне уже, мать твою. Не мир принес я вам, но меч, мать вашу. Огонь! Мы часто бывали в этом месте, где там друг друга. Готов. Отлично. Рисуем символы. Чёрт, ты вообще стрелять умеешь? Блин. Была же видео, короче. Мне не нравится с девушкой.
Рисуй и пошли. Макол. Детектив, нам нужно кое-что обсудить. Я слушаю. Агент Гойер. Им занялся отдел внутренних расследований УБН. Ну надо же. Его подозревают в том, что он ворует наркотики, захваченные в ходе рейдов, и перепродает их. К тому же он игрок, и у него есть долги. Ну и? Мы надеемся, он выведет нас на тех, кто несет ответственность за взрыв здания УБН. А доказательств нет. Точно. И они нам очень нужны. Так что присматривайте за ним в оба. В общем, нельзя ему доверять. С вами... Макол, прикрой! Алена, найди, пожалуйста, мой купальник. Ой, точно, я подпалю. Будешь голова? Помогите! Эй, помоги мне уже! Все застряли, помогите! Эй, нужна помощь! Эй, помоги мне уже! Аюдаме, помогите! Эй, помоги мне уже! Что застряли? Помогите! Слышишь, это такое двухэтажное здание. Ну, как обычно, жесть это будет. Там есть здесь с правой стороны его обходить. Ну, все получается плохо будет. С правой стороны обходить. Там же, правда? Тебе надо с левой. Ты проходишь и прямо вот так вот в углу дверь. Поднимаешься на второй этаж, на первом там зайти не было. Поднимаешься на второй этаж, открываешь дверь. И, ну, когда ты открываешь дверь, сразу напротив тебя бронированная дверь, ну, тяжелая, написано «принимание». Принимка... Не директор нужен это? Ты можешь спросить или Наталью Николаевну, какая будет эта документация? А потом, когда ты стоишь, ну, представь, что ты зашел, да? Напротив была тебя дверь, там же принимал, да? А чтобы ключи отдать, ты поворачиваешь направо по коридору. Ну, ты зашел, тут коридор начинает, ну, да. Извините, это так ключевое, что это когда ты ключевое. Нет. Твою мать! Готовы? Поворачиваешь направо, идешь в туалет, коридор. Чувак! Здесь туалет, ну, соответственно, а здесь дверь. Так. Заходишь? И говоришь, так и так, моя жена уходила на работу. Эти мерзавцы мне уже вот где. Потом она отдает. Отдает. И она забирает документы. Все. Мне тебе ничего не надо будет. Ты не считай там что. Тебе в приемной, наверное, надо будет. Ну. Что-то там это самое. Ну, не так уже. Ну, я образно говорю, может быть, предельник, что ты забрал документы. Твой паспорт дать. Ну, то есть, что... Гуэра, прикрой! Эй, вот там! У нас гости! Вылезай, сука! Надо, чтобы мы потому что там номерации нет. Эван, сюда! Не больше не надо. Вот так! Окажись, сука! О, черт! Что еще?
Черт! Господи Боже! Да, я не знаю, как это. Ну, хрена. Ну, что это за хрена? Тебе конец, Путу! Серьезно? Я что, тебе берегись! Ну, что, Боже? Так что теперь? Выходи! Ну, что, по-моему, не знаю. Вылезай, сука! Нет, я не знаю, как это. Я не знаю, как это. Не злите меня ты сегодня! Ты с кем связался, ублюдок! Да открой ты двери! Последний готов! Ха-ха, вы видели? Черт, впереди кто-то есть! А что, красиво вошли! Да. Гуэра, прикрой! Мне нужна помощь. Помоги мне уже, мать твою. Эй, сделай одолжение. Целься лучше! Черт! Не на того напали! Эй, чо-чо! Напою стрелы мои кровищей, и меч мой насытится плотью живой и порубает на куски всяческих ублюдков. В общем, что в этом духе? Что ты стоишь? Помоги же мне! Он понимает, кем помогает, да? Ну, попок, будет у меня уроки делать. Этот дом. Потише. Осторожно. Ну все, сука, тебе конец. Прячься, мать твою! Убейте их! Эй, сделай одолжение! Что ты стоишь? Помоги же мне! Убейте их!
Ты труп, слышишь? Труп! Я думаю, за той дверью нас уже ждут. Устроим им сюрприз. На позиции. Ждите моей команды. Вперед! Давай! Давай в укрытие! Тут где-то должен быть оружейный склад, мать его! Поищи, из чего бы нам пристрелить эту скотину! Укрытие! Помоги мне уже, мать твою! Эй, сделай одолжение! Нам надо свалить раньше, чем копы приедут. Пошли. Вот Аранье прицепились к Ватасам, да? Так ты думаешь, свалят все на Аранье? А то. Да любят мне. Конечно.